Здравствуйте, дорогие ребятки и супруга Дуся. Я долго не писал письма, потому как это время был на передовой в бою. В общем, был в хорошем переплете и не знаю, как остался жив. Дуся, ты знаешь, что я не верил в Бога, но с этого времени поверю и буду верить. И ты, Дуся, молись обо мне. А почему, я сейчас опишу. Как раз во время боя мне нужно было переходить одно место, где очень свободно быть убитым. Вот в тот момент я помолился Богу. Ну и вот впереди меня и сзади были двое убиты, а мне две пули пробили только шинель. Дуся, попроси мамашу, чтобы она вспоминала меня во время молитвы. Сейчас нас вернули в тыл на отдых. На сколько времени, не знаю. И что меня ожидает впереди, сказать невозможно. И если останусь жив, то расскажу побольше. Дуся, исполни, что я прошу.